А вот ты прислал Do you watch ко? Видимо, смотришь ли какой-то конь, знаешь, такой ко. Спасибо за знак, правда. Фред, привет, подскажи, пожалуйста, ты находишься на моей интересном видео. Хотел спросить, что должен новой гитаре Fender Jaco Strat, стоит ли покупать? Уже про нее спрашивают, спасибо за донат, но я про нее ни разу не слышал. Потом я посмотрю, сейчас мы... Привет, Фред, очень рад, что нас начали опять снимать поездки. Тихо, но замедленное. На видео хотел спросить, что должен новой гитаре Fender Jaco Strat. Шестой бы плечи должна перемещаться вместе с ним или стоять на месте? Как относишься к гитаристу Ясосу Бибу? Вашего стрима, спасибо за деятельность. Спасибо, что я, честно говоря, не знаю. Ну, здравствуйте, дорогие мои ребята. Сег дня у нас убойно смешное видео. Один из наших соратников провел замечательный, занимательный эксперимент, результаты которого очень смешны и показательны. Что же сделал наш друг? Он взял кусок соло Юрки Петровича, замедлил. И выдавая за свою игру, сбросил на оценку нескольким прихлебателям Юрки. Они, не подозревая подвоха, дали честную оценку его игре, и она разительно отличается от того лизания жопы Юрика, которое эти ребята устраивают в комментариях к его видео. Кстати, некоторые из опрошенных довольно неплохо играют, так что их мнение можно даже считать авторитетным. Ах-ха-ха-ха, ах-ха-ха-ха. Насладимся же скриншотами. Итак, первый подсосник. Второй подсосник. Третий подсосник. Четвертый подсосник Юрки. Этот пиздобол попытался съехать. Но не получится, ты уже все сказал. А именно отсутствие у Юрика ритмики как понятие грязь. И зачем же ты пиздишь, дорогой дополист, что не занимаешься оценкой, если вот, человек попросил тебя оценить записи, ты в тот же день довольно развернуто оценил. Такой же пиздобол, как и твой начальник, питон Юрка Петрович. Вот такая света у нашего императора, в комментах облизывают анус старательно, а на самом деле считают его игру полным говном. Фред неплохо играет рифы, но что касается соло, тут ему нужно работать. Это вторая часть эксперимента. Итак, продолжим рассматривать мнение подписчиков Юрки о самом Юрке. Пока он кипятит дупло на солнышке, мы делом занимаемся.
Посмотрим еще раз. Это тот же мудень, что подпиздывает Юрасу в комментах, и который пытался слиться. После того, как искренне обосрал Юркину игру, не зная, что это Юрка играет. Фред неплохо играет рифы, но что касается соло, тут ему нужно работать. Что? Работать над соло? Фреду, нихуя себе ты дал, дорогую сроколизон. Хотя я, конечно, согласен с тобой. И что значит неплохо играет рифы? Не виртуоз по таймингу даунстроку и высекалову, а просто неплохо играет рифы. Это интересно. Ты то ли попутал, то ли забыл. Юрка виртуоз, твою мать, по рифам они просто неплохо играют. Или нет? Теперь давайте посмотрим, как один из подписчиков в лед снимает фразу «Юрки играет ее намного чище и ровнее». Это Юрка. Это Макс. Это Юрка. Это Макс. В принципе, этот Макс играет, конечно, посильнее Юрика. Видимо, тусуется в паблике Шила, чисто поржать или попиариться. Кстати, пока не забыл, кто-нибудь чекал работы на конкурс Фреда? Пиздец, как я ржал. Одни дизлайки у пацанов, даже жалко их. Ну хоть друг другу бы лайки поставили, если кто-то из вас смотрит. И возможно вы очень тупой. Я вам поясню, нахуй никому не усрались ваши рифы, дизлайки летят автоматически за участие в конкурсе у петушильника. Никакой дружной семьи нет, сплочено только хьютеров и нергитариста Шилонатора. А теперь вернемся к нашему эксперименту. Напомню, что подписчики Юрца слушали игру Юрца, думая, что это наиграл не Юрец, а другой подписчик, простой чел. Поэтому говорили максимально откровенно. Но скоро будем снимать новый видос и открывать осенний сезон. Естественно, будут дальше шикарные видеоуроки, которые так любите, подробнейшие, не имеющие аналогов в интернете. Обязательно будут стримы с ответом на наши вопросы, стримы с Матрины, ну и, естественно, новыми красками расцветет рубрика «Умеет ли играть такой-то гитарист?». Вам, как обычно, огромное спасибо за вашу поддержку. Опять же, вам спасибо за вашу преданность, поддержку и, в общем, то, что мы с вами находим общий язык. Такая вот у Петушилы поддержка и гитарная семья. Подписчики либо вообще не понимают, что происходит, спрашивают, на каких струнах играешь, либо понимают, что Юрка Петрович, гитарист-рукожоп, это такой, у которого руки растут из жопы, прямо из ануса, из той дырки, из которой говно лезет, ну вы поняли. Из анала прямо, рукожопый, из пердака, руки из сраки, вроде подробно объяснил. А он, наивный, продолжает верить в себя, накручивать подписчиков и снимать фанерные видео. Ну что за уебок нам на потеху, продолжай, Юрка. Естественно, будут дальше шикарные видеоуроки, которые так любите, подробнейшие, не имеющие аналогов в интернете. Напомню, что на канале уже более 80. Обязательно будут стримы с ответом на наши вопросы, стримы с Матрины. Ну и, естественно, новыми красками расцветет рубрика «Умеет ли играть такой-то гитарист?». Будут и хорошие гитаристы, и плохо играющие гитаристы. И, в общем, все как вы любите, с эпитетами и все как надо. Касательно вас, вам, как обычно, огромное спасибо за вашу поддержку. То есть напомню, что мы каналу 12 лет, уже более чем 90 тысяч человек составляет наша гитарная семья. Идем уверенными шагами к серебряной кнопке, к 100 тысячам. Фред неплохо играет рифы, но что касается соло, тут ему нужно работать. Всем большое спасибо и пока. Я сосу бибу. Сосу бибу.
нашим